То, что касается там моего заместителя, сейчас проверкой документации, проверкой там выхода из состава учредителей, из хозяев этих фирм, которые за ним были, сейчас занимается прокуратура. Будет представление прокурора, и тогда мы этот вопрос действительно рассмотрим. Надеюсь, что когда будет очередная сессия, это 5 февраля, и к этому времени будет ясно, или Бородкин вопрос этот снимает, или мы этот вопрос вносим на сессию. Но я не думаю, что там работа Бородкина там влияет на жизнь города.